Одессу будет? Гена. Да? Гена. Гена. Слушай, мне, блядь, надо на до Киевской трассы, до Тамушки, короче. А что туда едешь? Ну, надо позаработать пару копеек. Ну, садись. Да, слушай, садись, у меня денег нет рассчитать. Ну, разберемся. Мне подкинь. Да. Мне не надо разбираться. Ну, серьезно, ты докинешь мне? Подкину, ну, отдашь потом, когда заработаешь. Завтра, послезавтра. Заработаешь, отдашь. Буду деньги отдать. Как тебя зовут? Меня Ира. Она погоняла. Ирен. Да. Ну все, если что, потом отдашь. Слушай, ну не смешно, серьезно. Слушай, докинь мне там, где бабки зарабатывают. В смысле зарабатывать? Тебе на орбиту надо мандарины перебирать? Нет, мне не мандарина надо. Мне надо, блядь, бабок заработать пару штук. Ну, неважно. А что, где ты будешь работать? Да неважно, где поставишь, там буду работать. Да я никого не ставлю. Ты хорошо, дело не в том. Ты мне можешь куда-то обеспечить там, ну... Постави там, где девочки работают. А, зависит. Так там, да, везде конкуренция, там же везде... Ну и что мне это конкуренция? Ну так конкуренция везде работает. Ну и что дальше? Ну пускай так работают. Будут проблемы у тебя будут. У меня не будет никаких там же проблем. Девочки могут тебя побить, когда ты же меня, конкурентка. Серьезно, очень сильно. Я могу тоже побить. Ты же конкурентка получается. Слушай, прекращай. Ну серьезно, ты везешь меня, капец. Я не знаю, там стали девятка какая-то, хуятка туда едет. А, восьмерка, вот, на туре. Сейчас будет троллейбус, восьмой троллейбус. Ну ты что, прикалываешься? Восьмой троллейбус. Ну. Шо, ну? Шо, ну? Или шо? У тебя есть секреты? Вон восьмерка подъехала. Отвечаю, восьмерка подъехала. Давай бегом. Да он едет на нефтяника. Едь на нефтяника. Выйдешь на нефтяника. Давай бегом, на нефтяника выйдешь. Давай бегом. Восьмерка подъехала. Вот восьмерка, да, садись на эту. Вот, да, восьмерка. Он едет на нефтяника. Мог девочке, что же, подсказал, какая маршрутка, троллейбус, посадил. Это тоже работа, ребята.